Я читаю первую главу из книги Иисуса Навина из Ветхого Завета. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю хиттеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобой во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой, не уклоняясь от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал: «Пройдите по стану, и дайте повеление народу, и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иордан сей, дабы прийти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. А колену Рувимову, Гадову и половине колена Манассеина Иисус сказал: «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря: Господь, Бог ваш, успокоил вас и дал вам землю эту. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им, доколе Господь не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат наследие землю, которую Господь Бог ваш дает им. Тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». Они в ответ Иисусу сказали: «Все, что не повелишь нам, сделаем. И куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь Бог твой да будет с тобою, как он был с Моисеем. Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен».